Привет, ребят, из Стамбула вам привет. Сегодня покажу вам зубные пасты, так как неоднократно у меня спрашивали про мои зубы. Зубы, девочки, все свои. Вот здесь вот нету зуба, потому что рассказывала, по какой причине. Было мне 10 лет, жила в Сибири. Удалила стоматолог мне зуб, сказала, вырастет новый. Но не вырос. Историю рассказывала про удаление зуба. Где-то у меня есть видео. Потом, зубы в Турции вообще, это дорогое удовольствие, как и отопление, если сравнивать. Дорогое удовольствие. И, допустим, у меня есть видео, я рассказывала, сколько ходил вот муж по осени, что ли, ребят, или летом, видео было 2020 года. По-моему, осенью он ходил. Зуб у него поломался, у мужа. Корешок остался. И он пошел в махалинский стоматолог. У нас здесь сидит мальчик. Ну, для нас он мальчик. Мужчина молодой. И я показала вам. Не показала, а рассказала. За один день ему отремонтировали зуб. И сколько это обошлось. И точно не помню. Где-то 1500 лир. Из корешка ему сделали хороший, это, керамику ему сделали, белый зуб, без коронки, без ничего, кто-то там удивлялся, но это дорого. Для турецких зарплат, вообще для граждан Турции это дорого, зубы, ремонт зубов, это очень дорого, починка. Ну, там у него не только ремонт был, вот этого зуба, ему там комплексная очистка зубов входила туда. По-моему, 250 или 350, так вот. Тоже от клиники будет зависеть. Я хожу, как я вам уже говорила, тоже в этом же видео, я хожу в медикал-парк на азиатской стороне. Там есть, опять забыла, стоматолог. Женщина такая приятная очень. Я не знаю, работает ли она сейчас, потому что я давно у нее не была. И я туда хожу. Там у меня анкета есть, хотя и у Айдына там есть анкета, и у мужа есть. Но он думает, что махалинский стоматолог, типа, дешевле будет. Может быть, лир на 100, на, ну, максимум на 200. На 200 лир будет дешевле махалинский стоматолог. Понимаете? Но там более много вот этих всяких машин, понимаете? Хотя махалинский стоматолог, у него тоже и рентген он делает, и всякие прибамбасы, навороты у него есть тоже. Как бы в моду со стоматологической вот этой модой он все это, у него все новшества, все есть. Но там больше. Ну, как, в общем, и у меня же еще онкология, как бы там. В общем, я в медикал-парк обращаюсь всегда. А муж думает, это махалинский стоматолог подешевле. Ну, старший брат у мужа, он тоже к махалинскому этому стоматологу, там у себя в Махале ходит, Халкалы. Тоже у них знакомый, как бы семейный уже доктор. В общем, покажу зубные пасты, ребят, потому что зубы это капец. И зубную пасту я вот ищу блендомет 7 трав, но нету. В Турции не продается блендомет 7 трав. Именно вот та зубная паста, которой я пользуюсь, которая вот к моим зубам прекрасна, нету. Мне либо привозят из постсоветского пространства вот эти пасты. Ну, хотя вот сейчас муж в Ташкенте находится, тоже нету. Той пасты, которую мне нужно, нету, говорит. Посмотрели мы и в Корзинка Улс, нету в магазине. Нету, на сайте я посмотрела. Нету, говорит, и мне. И он говорит, мне не попадаются зубные пасты. Вот он же знает, какая мне нужна. И из Амстердама, из Голландии, раньше до вот этих всех масштабных событий привозил братишка. И он говорит, не в самом Амстердаме, а с границы между Голландией и Германией. Это там вот граница есть такая, Бельгия, Германия, ой, или вру,
по-моему, Германия. Германия, не Бельгия. Германия и Голландия. На границе, вот буквально, живут родители братишкиного жены. И вот они, когда туда едут, вот там вот в магазине, говорит, покупаем. Покупаем там, например, 50 упаковок. И он ну, или присылал, или привозил. Ну, сейчас в общем, и паста закончилась, блендамед 7 трав. И уже просить стыдно, потому что он мне столько паст это уже, ну, как бы на халяву уксус сладкий, но... Короче, покажу сейчас зубные пасты, которыми я пользуюсь, и скажу свое мнение. Ребят, показываю. Вот эти зубные пасты у меня куплены А101, БИМ и ШОК. Вот эта вот паста куплена в ШОКе. Это самая дешевая. Буквально там 4-5 лир она стоит. Вот эта паста. Она самая плохая. Она самая дешевая и самая плохая. После нее десна. Ну, во всяком случае, вот у моих детей и у меня десна от зубов отстают. Паратонтоз, что ли, это называется? Вот эта вот паста самая хреновая. Но она самая дешевая. Потом вот эта паста. Она тоже в ШОКе продается. Но она дороже стоит. Вот это более-менее паста. Ну, тоже не очень. Более-менее. Как бы, если уж лучше эту. Она, по-моему, около 10 лир стоит. Понимаете? Но если есть возможность, то лучше другую пасту купить. Не эту тоже. Вот эти пасты я купила. Нас какие-то Индирим были, скидки какие-то были. И я их купила, схватила. Вот эти три вида пасты. А101. Может быть, они всегда на скидках лежат, я не знаю. Ну вот как-то я пошла в один день и увидела, что скидки. Я же в поисках все. Охотник за пастами, в общем, зубными я. Вот эта паста неплохая. Ну, на каждый день, не знаю. Я всегда чередую. Один раз это. Я же после каждого приема пищи чищу зубы. У меня так заведено. И поэтому я чередую всегда. То этой, то той, то комбинирую. Вот эти две, я их что-то не поняла. Вот это вот мне понравилось. Но каждый день, постоянно, допустим, 5 раз в день я чищу зубы, 5 раз в день вот этой пастой нет. Надо что-то другое. Или хотя бы между ними вот это чищу. Вот это А101 я купила. Они буквально тоже где-то 6, 7, 8, 9 лира вот эти пасты стоят. А101. Неплохо. Если вот между ними выбирать, то ну, я бы вот эту выбрала. Вот эту. Понимаете? Потом вот это тоже А101 купила. Попробовать. Ну, не знаю. Не поняла, честно. Жасмин здесь, что ли, нарисован? В общем, вот все, что написано. Тоже где-то 6-5 лир она стоит. А101. Потом вот эта паста. Это была на скидках. Вот эта паста хорошая. Мне понравилась. Не помню, где мне ее дали. То ли в ШОКе, то ли в А101. То ли в БИМе. Не помню. Она была на скидках. Мне предложили, я взяла. Вот эта паста мне понравилась. Ну, тоже около где-то 10 лира. А уж какая реальная ее цена была, неизвестно. Вот это вот мне понравилось. И мальчишкам тоже мы как-то за раз ее сразу уничтожили. Вот эта паста шикарная, девочки. Это черная. Черная паста. В упаковке две сразу продаются. Это ВАЗ-101. ВАЗ-101. Вот это вот уже уходит. Ну, уже скоро кончится. Вот это вот осталось. Я открыла. Мальчишки, я тут... Выдавливаю, выдавливаю до последнего, а мальчишки не выдавливают. Сразу раз, раз и это. Новую начинают. Вот это шикарная паста, девочки. Она где-то 10-12 лир стоит. Две. Вот если будет еще у вас 101, видите, я же не каждый день хожу у вас 101. Я, конечно, возьму, может быть, упаковки 3-4 сразу. Потому что это шикарная паста, девочки, мальчики, кто живет в Турции. Вот эту пасту я рекомендую. Шикарная. Тоже мне понравилась вот эта вот паста. Неплохая. Неплохая. Не могу сказать, что хорошо, прям супер. Нет, можно. Можно, нормально. Вот эту пасту я не поняла.
Это вот сколько они стоят, не помню. Вот это я купила в Росмане. Там всякие всевозможные были, я выбирала, выбирала. Вот это в Росмане. Ну, где-то 8-9 лир они стоят. Не знаю, я не поняла их. Так, стоят. Стоят, когда уж ничего нету, тогда беру. Вот это тоже на скидке дали. То ли в Шоке, то ли где. Тоже не поняла эту пасту. Эту я вам показала. Потом вот эта паста. Ну, это, по-моему, обычная. А, это вот мне муж. Это мои остатки роскоши. Блендамед. Но это не та паста, которая мне нужна. Блендамед. 7 трав мне нужно. Здесь семерка и травы в кругляшке. Нету. Это отбеливающая типа. Ну, вот я ее экономлю, в общем. Экономлю. Но это не та паста. Вот это шикарная. Вот последний раз я была в Шоке. И на скидках вот эта паста по 10 лира. Шикарная. Внутри синяя. Вот эти. И это синяя. И это. Если это черная внутри. Прям черная. То вот это вот. Она вроде так. Полосочка белая. Полосочка синяя. Там какая-то салатная идет полосочка. Но когда начинаете чистить зубы. Прямо море. Прямо голубая вода идет. Голубая она, реакция происходит на зубах, когда чистите вот этой пастой. Вот это шикарная паста, девочки. 10 лир стоит на скидках. Уж сколько она? 20, может быть, в оригинале, я не знаю. Не помню. Но вот это шикарная. Шикарная. Ну, очень, очень дорогая получается. Вот это вот и вот это вот пасты в приоритете. Вот это А101, а вот это Шок. Все. Конечно, вот в А101, да, сетевой маркет, там больше выбора пасты. Вот у нас в нашей махалле три есть, три на расстоянии. И в каждой какая-то или той нету пасты, или этой нету. Но там большой выбор пасты зубной. Потом идет БИМ. В нашей махалле он один БИМ магазин. Если А101 три магазина, то БИМ один. Один магазин, но там тоже можно выбрать. Там и дорогие есть, и подешевле есть. А в Шоке вообще скудный выбор. Там буквально 3-4. Может, в других каких-то, в других махале. В моей махале один Шок, и выбора вообще никакого. Хочешь, бери вот эти. Вот эти. Ну, я бы их не взяла. В общем, бедный, бедный Шок наш в моей махале по выбору зубных паст. А101 больше. Но в Шоке зато скидки. Всегда привозят вот эти вот зубные пасты со скидками. И вот когда получаются скидки зубная паста, я беру сразу. Я даже не смотрю, хорошая она, плохая. Я смотрю цену и упаковка. Смотрю, что таких нету в Шоке. И я хватаю сразу. Вот А101, вот эту черную пасту, там уголь активированный, видать. Мне очень понравилось. И вот это в Шоке сигнал, тоже прекрасная паста. Есть, конечно, у нас здесь магазин Ким, там тоже можно выбрать пасты. Но знаете, зубные пасты, как и в А101, и по 40, и по 50 лир есть пасты. И в Росмане тоже есть. Большой выбор и разнообразие в цене тоже большая. В Киме тоже большой выбор зубной паст. И сетевой маркет Ким. Это же тоже сетевой магазин Ким. Ну вот, пока вот эти две. Colgate и сигнал. Вот черный Colgate с углем. И сигнал вот это синий. Синяя прям, конкретно прям вот синяя. Синька как будто, синька. Мне очень понравилось, прям потрясающий. Вот мне очень понравились эти пасты. Это на первом месте вот эти пасты. Но они дорогие. 10 лир не меньше. Точно цену сказать не могу. В общем, вот такие у меня зубные пасты. Девочки, понимаю вас. Зубы, капец. И зубные пасты хорошие тяжело найти. А которые, ну, в смысле, как тяжело? Подешевле, которые, чтобы было и качество, и цена доступная. За 10 лир пасту не каждый же купит. Моя свекровь, например, она и не купит.
за 10 лир пасту зубную. Вы что? Она пойдет вот за эти 3 лира купит и все. А что это за 3 лира паста? 3-4 лира. Это разве паста? Это вообще это наоборот. Угробишь зубы. Прямо отходят десна от зубов. Вот здесь, спереди. Вот от этой пасты. Капец. Короче, вот такая вот. Вот такой у меня... Не знаю, мне кажется, кто живет в Турции, вот русскоговорящие, и не только, мне кажется, турки тоже страдают зубными пастами. Ну, кто чистит? Не все же чистят зубы, мужчины особенно. Я знаю таких турков, которые не чистят зубы, как бы раз в год, по праздникам, как говорится. В общем, вот такие, вот такое вот разнообразие паст. Но я все в поисках, девочки. Вот, конечно, если блондомет 7 трав я найду, я куплю. Но я понимаю, что она будет дорогая. Ну, по 40 лир я еще не покупала. Самую дорогую пасту я купила за 20 лир. Самую дорогую за 20 лир. Все, больше что-то у меня рука не поднимается. Пишите в комментариях, девочки, мальчики, кто живет в Турции, какими пастами пользуетесь, в каких магазинах покупаете. Это для меня это больной вопрос. Я в поисках зубных паст. Хорошего качества, чтобы и по приемлемой цене. Ну, за 10 лир много не купишь же. Да? Допустим, если паста хорошая, 10, там еще же срок годности тоже какой-то ограниченный вдруг будет. Со скидками, если зубная паста продается, естественно, у нее срок годности, значит, она скоро. Ее надо быстренько-быстренько. И что ее набирать? Ну, купишь там 4-5 штучек, все. Это насколько хватит мне 4-5 штучек? Ну, если я буду ими пользоваться, если 5 раз в среднем, да, чищу я в день 5 раз зубы, насколько мне хватит вот эти 4-5 упаковок? Ну, я же не одна, мальчишки тоже. Мальчишки же тоже чистят. Я же не могу убрать, сказать, это моя паста, а вы что хотите? Не. Вот блендомет, муж мне говорит, не давай мальчишкам сама чистить. Я говорю, так мальчишкам тоже надо зубы беречь с молоду, как говорится. И я все равно выставлю вот так. А муж орет, говорит, что ты тут понаставила, блин? Так можно такой почистить. У нас Айден тоже после каждого приема пищи чистит зубы. После каждого приема пищи, я сказала, чистите. Октай лентяйничает. Ну, утром и вечером он чистит зубы. А так, после каждого приема пищи, он говорит, я забываю. А Айден тоже забывал, но когда вот зубы стали лететь у него, у Айдена, он начал вот этими тоже пасточками искать. И он тоже уже говорит, вот эта паста хорошая, а вот это, говорит, херня. Тоже, короче, тоже сходил же. Хотя студенты, вот он в университете учится, у них бесплатно. Зубы ремонтируют бесплатно. Но он ходил раза 3, по-моему, он ходил. Пломбы себе делал. Ну, в Махалинске стоматологу тоже ходил, делал пломбы. И в этот ходил, лечил тоже зубы. Пломбы почему-то быстро летят у него. Не знаю почему. Не знаю. В общем, вот такие вот дела, ребят. Вот такое вот видео. Извините, если что, пишите в комментариях. Зубная паста для меня очень, очень актуальная тема. Я в поисках всегда, девочки, мальчики, кто живет в Турции. Напишите, какими пастами вы и где, в каких магазинах вы покупаете эти пасты. В Росмане большой выбор, я говорю. Но, опять же, не факт, что ты за 40 лир купишь пасту зубную, а она тебе подойдет. Понимаете? И денег жалко, и будет болтаться вот так. В общем, вот такие вот дела, ребят. Всех вас обнимаю. Здоровья вам. Всех хорошие, чтобы зубики были у нас. Дорого. Дорого. Ремонт зубов – это очень дорого. Всем благ, самого светлого и самого доброго. Салют из Стамбула, ребят. Извините, если что.